Короче говоря, апокалипсис. Мама сидела на кухне и смотрела интересную передачу. Я была в своей комнате и хрумкала кукурузные палочки Рузик. По телевизору говорили про огромный астероид, который приближался к нашей Земле. При столкновении с ним наша планета очень серьезно пострадает, и, возможно, будет конец света. Скорее всего, астероид пройдет в нескольких метрах от поверхности Земли, но это не точно. Да это же апокалипсис! Мама в смятении побежала в мою комнату и рванула к окну. Вдруг на звездном небе она видит светящийся неизвестный объект. Это он! Астероид! У меня конец! На все конец! Мам, ты чего орешь? Я вообще-то здесь. Апокалипсис! Мы пропали! Что? Какой апокалипсис? Надо спасаться! Астероид летит прямо на нас! Где ты его видела? В окне! Пока он не долетел до нас, сматываем! Мама в панике рванула к шкафу, достала чемодан и стала собирать вещи. Я в шоке пошла звонить Лиске. Лиска, надо что-то делать. Моя мама посмотрела передачу про астероид и боится, что наступит апокалипсис. Хозяйка, пригодится. Вдруг вбегает мама. Ну ты собралась? Времени уже нет. Я сейчас. Сдержи маму. Скажи, что сейчас придет астролог и все расскажет. Попробую. Лиска позвонила Сереге и сказала, что нужен срочно астролог. Сейчас будет. Настя! Ты замесила! Где твоя сумка? Так, спокойно. К нам сейчас придет астролог и все расскажет. Черт, астролога! Пускай кто-то спасается! Отвали и делаем ноги. Спустя 5 минут. Твою ж мать! А бумага туалета, это в чемодане? Раздался звонок в дверь. На пороге стоял астролог. Фух, ну наконец-то! Кто меня вызывал? Мы! В это время мама выходит из туалета. А чем это у вас тут пахнет? Даже воняет. Пирожками! А с чем пирожки? Ты таких еще не пробовал! Скажите, пожалуйста, конец света скоро? Конец света через несколько минут! Астролог задумался и сказал, что карта неба этого не обещает. Астероиды много раз проходили рядом с Землей, но повода для беспокойства нет. Мама поморщила лицо, но астролог был убедителен. Она заслушалась, расслабилась и почти поверила. Но в этот момент у астролога открылся ус, и мама узнала в нем Серегу.